Горішка вітає. Привітаю та запрошую. Будь ласка, на прогулку. Зимнюю, лютий, наконец-то. Сніг, сніжок є. 5 лютого, після обіднього часу. Так? Ну що, я здесь не зря. Я здесь приобрел в этой аптеке копейка лекарство для батька. Для батяни. Беру, надеюсь и верю. Хотя в лекарствах сильно веры нет. Но возможно, а вдруг, да, даст толчок к жизни, поможет. 1000 гривен, производство Германия, Продакса. Врач нам выписывал по 2 штуки в день, даю не часто. Ну, возраст, так, срок годности смотрим, 1050-60 штук. Так что, а вдруг и на всякий пожарный, как говорится, лекарства минимум, пусть организм борется. Так нас всегда учили, да, и учат. Даже врач у меня друг есть, говорит, Андрюха, все это лекарство до фени, организм, тренировки, прогулки важно. Итак, тогда прогулка, раз прогулки, значит прогулка. Ну что, поехали дальше, да, пройдемся. Микрорайон Поділля нас ждет, ух. Настоящая перлина Поділля. И сегодня снег радует детей, такой свежий, небольшой, да, чудесный. Прогуляемся, здесь я не часто, редко. Микрорайон от моего дома находится в 2-3 километрах приблизительно. Я с удовольствием с вами прогуляюсь. Поехали, да? Современный новый микрорайон. Появился 15 лет. Ну, 10 лет назад я его открыл для себя. И так приятно удивился. Конечно, отличается от Вишенки. Основное, но Вишенка и строилась у нас в 62-м. Так. Поділля Сити. Это торговый центр. Торговый центр. И мы по основной улице Зодчие прогуляемся, пройдемся. Минус 3. Минус 3 на дворе. Вот прогнозы сбываются. Ну, минус 7 писали. Прогнозисты за 5 дней. Впереди еще в среду нас ждет также прохладный, холодный день до минус 9. Ночью, а потом потепление на день Валентина, на 14 февраля, я уже посмотрел прогноз. Так, ну что, дома здесь, конечно, отличаются, да, от вишенских. Разные по росту, по цвету, ну и по качеству, более современные. Ну, только не знаю, какие попрочнее будут, да, потому что есть мнение, что современные дома, современные строительные материалы, они совсем прочные, надежные. Поэтому думаю, что так, пробегаем. Пробегаем. Тут еще неизвестно. Но нашему дому 76-го года рождения. Поэтому тут и на месте. И землетрус был, землетрясение. Причем не раз, в 79-м, в 77-м. И в 90-е где-то еще так, я вспоминаю. Наверное, даже 3 раза. Эпицентр был в Карпатах. Так, ну, конечно, летом здесь повеселее. И велодорожку видно, и бордюры. И не часто на велике иногда здесь пролетаю. Где-то сократить путь, дорогу до центра. Место действительно здесь шикардос. И в той стороне у нас Південний Буг, Южный Буг. Торговая мережа, гуси, лебеди, такие неизвестные для меня, так я их не часто вижу. Так, руки с лиханца замерзают, ну, я думаю, пройдемся, прогуляемся уже так с вами. Дорогие мои зрители, запросы, приглашаю. Да, непривычно, да, но лютый все-таки показывает себя, да. Лютый показывает, ну, там еще дома. Вдоль трамвайной ветки еще старого образца. И они отличаются. Сейчас там подальше будет видно. Прогуляемся. Только бы что пальцы не замерзли. Ну и, кстати, велосипедистов много. Я вижу, но с утра еще такого снега не было.
Я еще сегодня ковры утром успел вытряхнуть. Еще такого снегопада не было. А я думал, что не будет. И поспешил, возможно. После химчистки еще необходимо их вытряхнуть. Потому что там еще остается брут. Ну и здесь ни заводов, ни фабрик. Район, дома для жизни. Магазины для продажи, продукты. Сервис, косметические, парфюмерные. Вот тут свеженькие все дома, заметно. Да? Ну и машины, стоянки так около домов, так окультурено, конечно. Заказывал лекарства батьке через приложение «Таблетка». Работает, в течение 2 суток необходимо забрать. 1050, 60 штучек. Так, ну снег, ох, какой снежок, да. Ну, я бы не сказал, что он прямо здесь, такой уж сугробы. Такой, как будто разовый, да, на один раз. У батяньки сегодня ванна. Это процедура шикарная, на мой взгляд. Это и душ, и просто теплая ванна. И стрижка, кстати, сегодня. Так что полный комплект оздоровительный. 16.02 на часах. 0.2 минутки. Ну и день становится так. Зеленый, надо быстренько, честно. Что здесь я еще так эти перекрестки не изучил. Они тоже небеспечные. И здесь такая площадь центральная. Людей так немного, но наверняка дома в тепле или в ванне. Подойдем к этому фонтанчику. Шар такой красивый. И собакам тоже в диковинку. Давненько я здесь не был. Интересно, температуру здесь напишут на часах. Только 16.03. Ох, сдвинуть его, да, хочется. Фонтан. Заморожен пока. До теплых времен. Сколько, интересно, весит такой шарик. Посылка есть, матрос Сергей, на почте. Благодарю. Сделаю сюжет обовязково. Сегодня много всего. Пока, если успею. Хотелось бы и показать, и видео снять. Благодарю. Близнюки, Васюки, Харьковская область. Да, еще сделаю обзор обовязково. Появилась такая информация. Раньше я не замечал. Возможно, ее не было. В Ютубе какие города смотрят страничку Ютуб Андрей Орешек, мою страничку. Страны всегда было. Так, тут надо, чтобы еще не шмякнуться. Ой, скользко, слизко. Какие города? Ну, ознакомлюсь и потом еще по городам я назову обовязково. Мне интересна такая информация. Конечно, на первом месте Киев, столица Украины. Много друзей, морские братья и сестры. Наумыч, Паша Будулай. Киев, так? Дальше, Львов, Львив, Днепр, Одесса на 4-м, так? Дуже приемно, есть друзья, да, я думал, что Одесса будет на 1-м. Нет, Киев. Потом, дальше, Винница на 7-м аж. Синельникова на 9-м, благодарю Тати. Вот как Винница прям. От пивной, по всей видимости. Так, какие города? Бухара меня приятно удивили. Шымкент или Чимкент, так можно, я ознакомился. Это Казахстан, Узбекистан. Древние, древнейшие города. Интересно, мои друзья там уже есть. Вот смотрят, вижу, да, это дуже приятно. Дорогие, салям алейкум, алейкум салям. Вот если у вас такой снег,
пишите и говорите о своих делах, о своих, вот еще видно вот вдалеке, да, дом еще тех построек. Отличается. Они там и панельные, более серенькие, знаете, дома уже такие свежайшие, конечно, интересных архитектур. Архитектура современная больше. Вот особенно еще вот такие, да, шикардосики. И такие окна здесь, балконы, веранды. Так что очень много городов интересных, больших и маленьких. Да, очень чудесно. Разных стран. Варшава, Минск, Москва, чуть Питер. Беларусь. И, в общем, приятно, что это морские братья. Многие отдыхали с Орешком. Город Могилев. На море я не заметил, кстати. Почему-то. Где? Так, все это рука замерзает. Но это мы сейчас идем к психиатрической больнице имени Ющенко. Ющенко. Там еловый, сосновый, ельник, парк, лес шикарный, чудесный. Может, перейдем? Ай, уже не успели. Так, красный. Прогуляемся еще и в парке. Чуть мы почти прошли главную улицу. Так что приятно. Бухара, Шымкент, Астана. Нур-Султан уже не называется город, да, столица Казахстана. В общем, я так изучаю тоже города. И историю также, в том числе. Приятно, что у меня такие зрители. Интересно, и кто вы, где вы, возможно, жили в Виннице, да? Краснодар замыкает турнирную таблицу, Кубань. Так, ну, тут в двориках, да, еще есть и кафе, и бары, там много чего еще есть. Интересно тоже. Как-то мы еще более обзорно прогуляемся, пусть потеплеет, может, на лесопете. Ну, и там какие, да, постройки. Интересные. Ну, высокие, но не 9 этажей, посчитать бы тут. Не, да, где-то около 9, но как за ростом все равно пониже наших домов. 60-х. Ну и тоже не видно кирпич, не кирпич, из чего они. Тоже интересно. Вот там еще есть переход. Ну, лес, по всей видимости, стал чуть меньше здесь. Больницы Ющенко. Кстати, где работал Анатолий Михайлович Кашпировский. Вот Кашпировский. Сейчас тогда все-таки прогуляемся в парке тоже. Так, нарушу, пробегу. Нет, не надо. А то есть скользко. Не нарушайте лица. Там просто пешеход такой тоже, он не совсем удобный на повороте. Но есть, так что посмотрим сейчас. Вот такая зима, снег, да, пожалуйста, видно, если есть. Надолго ли, да, посмотрим, но есть. И дома разного роста, веса и цвета, да, у нас. Интересно. Дороги, вижу, посыпают смесью, чуть тает, да, так, для машин, но все равно слизко, скользко, поэтому тут небеспечно и ограниченная видимость еще. Так, приятные новости. Также свет, электричество есть у нас сегодня. Я все переживал, что так, проскочим. Вот как тут опасно. Пешеходный есть, но проскочим, проскочим. Да, вот пешеходный. Здесь он так на повороте. Дуже небеспечно. Свет есть, тепло, так приятно. И так слышу в других городах тоже. Может, сегодня как выходной. Сегодня неделя, воскресенье, выходной день. На завтра будем посмотреть. Так, ну вот, областная психоневрологичная лекарня академика Ющенко. Аллейки, все. Сейчас мы так прогуляемся обовязково. Ну и там и закруглим свой репортаж. Когда-то здесь был, прогуливался, заходил. Ну вот вам микрорайон Поділля. Действительно, перлина Поділля, да, настоящая. Мы прогулялись, как Луна говорит, по перлине. Это уже по перлине точно мы прогулялись. Ну а Вишенка и Вишенское озеро там. То есть такое место расположения шикарное прям. И бух, и
Південний Буг і Вишенське озеро. Так, что-то мне хочется вот по такой аллейке, да. Пройдемся, подышим. Вот все условия здесь, да, для полноценной, классной, шикарной жизни. Анатолий Кашпировский, да, до сих пор. Одно время в Москве был, потом в Штатах, в США жил, работал. Так, и сейчас лекции у него. Я так иногда еще вижу, да. Возраст уже за 80, ну, держится. Штангист, спортсмен он. Дочка училась в 25-й школе Винницы. Проживал на Вишенке рядом, где-то с нами, так, приблизительно знаю. Ну, сейчас дает лекции, рассказывает. Ну, и люди отзывы пишут, все разных стран, городов. Многие хорошие, интересные. Я так слежу тоже, смотрю. Гипноз, не забывайте, сделал операцию, кстати, на расстоянии через телевидение. С Грузией была связь, так я на скидку на память. Так что есть такая, да, информация. Интересно, но шикарный лес, да, так, чтобы не затягивать сильно. Интернет есть. Кстати, благодарю Vodafone. Вот Vodafone мне делает особые скидки и акции уже не первый год. Сейчас мой тариф 300, это безлимитный там все, и связь, и интернет. 360 будет с 10 числа. Так, за 360 мне предложили акцию Vodafone сделать на год. На год! Это просто шикардос. Но надо правильно ее подключить. Вот. Я пользовался услугами офиса, также на Келецкой есть. Потому что, если вы что-то где-то сомнения у вас есть, лучше обратиться к ребятам, чтобы они подключили. Так как тариф заканчивался, 300 гривен могло снять. И вы бы оплатили только на месяц. Так что есть там такие штучки у них хитрые, надо тут тоже нос востро. Надавишь на кнопочку, и уйдут твои гроши, капусточка, в другую сторону. Поэтому тут надо четко тоже. И я зашел тоже, ребята там пока пошились. Через компьютер подключили мой тариф, мою акцию. Хотя, говорит, через приложение тоже как-то там можно. Я не разобрался. Так обычно делаю сам, так что есть такое. Так что работает. Ну и у меня три оператора, и Киевстар, и Лайф. Тоже все работает, поэтому. Ну там цены чуть дороже получается. В Киевстаре услуг поменьше, 55 гривен у меня тариф. А Лайф пока так, на приеме. Так, давайте, вот здесь я еще не был, пройдемся такими аллейками интересными. И там еще и спортсмены у нас есть, это тоже круто. А тут, возможно, школа, да, у нас уже так по очертаниям вижу. Но красивые дома, так расположение интересное, необычное, да. Не так, как на Вишенке, они как солдатики стоят друг за другом или в шеренгу, или в колонну, так скажем, в ряд. Да, кстати, футбол зимой поиграть очень всегда любил, люблю, вот только пока не с кем, негде. Да, нужно команду, ищу команду, да, зимний футбол. Скользко, прикольно, интересно, без пыли, шумом и без пыли, да. Тут даже трибунки вон есть, все так шикарно, я здесь не был, вот. И такое тихое, спокойное место как раз здесь вот в лесопарке, так я все-таки его назову, да, тут все-таки парк. Да, и дома, вот, отопление тут что-то такое прям работает, действительно, тут все супер, шикарный воздух, какие-то современные котлы здесь, тут технологии современные, ну, в этом я и не сомневаюсь. Так, себя же надо еще успеть, сегодня я прибарахлился, утеплился, так, ну, ветерок, дальняя дистанция, ну, я так, с пробежкой, легкой из дома, ну и чтоб успеть, видно, чтоб светло было, так, хотя темнеет,
уже день становится все больше, дольше, поэтому тоже приятно, интересно. Ну, шикарное место, конечно, трогать парк нельзя, потому что так дома, я смотрю, потихоньку наступают на этот лес, парк. Конечно, тут территория шикарная, шикардоская. Ну и исторические здания, конечно, каких там годов. Ой, все на месте. Вот многие винничане, гости, тут область, кто приезжали, что больница. Всегда лекарня славилась своими врачами. Поэтому все с лучшей стороны, конечно. Так, ну я еще покажу тогда, где Анатолий Михайлович Кашпировский. Я знаю, где была приемная, кабинет небольшой. Все-таки известный, популярный человек. Не только в Украине, а и во всем мире. Кто-то верит, кто-то не верит. Тут это уже дело каждого. Тут, да, вот тут такая трасса интересная. Ну и дома, конечно, дома здесь. Ох. Ох, сколько им лет. И они еще столько же лет выдержат и простоят. Теплые наверняка тут кирпич, они невысокие. Основательно построены такие, что... Так, ну давайте я туда не буду заходить. Вот тот подъезд, тот двухэтажный домик. Вот там была приемная у Кашпировского. Да, также все на месте домик. Уже 20 минут смотрю на время, чтобы так сильно не затягивать. Да, ну дома, конечно, требуют усмотра, но я думаю, что смотрят, поддерживают, так сказать. Еще пройдемся, вот главные корпуса, первое отделение областного. Территория, конечно, огроменная здесь. Огроменная. Конечно, лучше сюда не попадать, не хворать, не чихать, не болеть. Ну, если уже вдруг что, да, то выздороветь вам. Лавочки еще тех времен. Ну, дышат, смотрят, поддерживают. Ну, такая, я думаю, что интересная, необычная прогулка получилась у Гришка. Есть Антон знает цены, страничка, так я смотрю вот эти дни. Из Киева ведет передачи по городу, да, идет, показывает, рассказывает, тоже интересно, так? Я посмотрел, да, ну, интересно. Ну, каждый день, вот, минут 10-15, даже в день рождения свой ходил, так? Забавно, ну, Киев, есть Киев, может, Винница здесь чуть поменьше таких. Ну, у меня еще и время тоже ограничено, вот. Только вырвался, еще причем надо. Ну, здесь красиво. Да, даже так все, как должно быть. Смотрите, кустики шикарные. Снегом припорошило слегонца. Так что полезное с приятным. Лекарства, пигулки. Папа отдыхает тоже. Да, сегодня чуть сон подольше. Ну, все-таки спорт дает. Вот я так смотрю, оцениваю спорт. Дает крепкое сердце, это уже точно. Возможно, суставы, колени, локти. Ну, сердце крепкое, надо поддерживать, помогать, тем не менее, все равно. Это очень важно. Так, ну и отделения разные здесь. Ну и здесь такой дворик уютный, да, для прогулок с фонтаном. Так, 24, сильно затягивать не буду. Давайте, да, то тут гулять и гулять. Ну, хорошо, вот, я думаю, интересно вам тоже узнать, а то многие слышали про такую лекарню. Ну, и сейчас уже увидели. Даже кондиционер есть. Вот так. Круто. Укрытия также. Хорошо, не чихать. Не хворать, в лекарни не попадать. Да, дорогие. Успехов, добра и мира.
Еще здесь красивый дворик, я вспомнил. Надо уже показать зимний вариант. Да, здесь для ветеранов отделение также. А тут красиво, интересно. А, и... Доторкнись, поделись думками.